Приветик, приветик. Ну, поехали. Вам барышня мадам прикатила чемодан. В чемодане 100 рублей и коробочка соплей. Вам велели не смеяться, губки бантиком держать. Да, нет, не говорить, черным с белым не носить. Вы пойдете сегодня на бал? Да, нет, не отвечаем. Может быть. Белое, черное тоже мы Вы когда-то не можем пробовали арбуз? озвучивать в ответах. Когда-то пробовала ты арбуз? Конечно. Конечно. Какие твои штаны? Желто-красные, фиолетовые, зеленые. Ты... Какие у тебя глаза? Карие. А ресницы? Коричневые. Ты когда-то гуляла со своими друзьями? Я... Может быть. Какие у тебя зубы? Вот такая загадочная у нас Саша. Какие у тебя зубы? Бежевые. А если почистим, будут чистейшие. А сережки? Сережки золотые. Золотые. А волосы? Забыла, надо посмотреть. Какие желтые. Зубы бежевые, волосы желтые, прям модница. Вот каверзный вопрос это задает сестричка. Может быть. А в саде? Как быть? Как быть? Какой же ответ дать? А поля какие можно еще называть? Говорить. Говори, говори, ты ходишь в садик? Какие можно вопросы? Конечно, можно. Не вопросы, а ответы. Конечно. А еще какие? Не знаю. Ты дружишь с девочками? Не знаю. А с мальчиком? Может быть. Дружу, и все. Ты пробовала арбуз? Пробовала, конечно. Пробовала. Ты сидишь за компьютером? Конечно. А ты любишь маму? Может быть. Это вызывает сомнение, этот вопрос. Какая у нас, какой у нас телевизор? Обязательно. Телевизор какой у нас? Коричневый. Ой, не коричневый, а серый. Серый. Какие у нас... Да, примерно серый. Какой вот этот? Какой цвет? Надпись. Коричневая. А рукава у парня? Серый. Рукава у меня какие? У тебя коричневые. Ты любишь смотреть мультик? Я? Конечно. А Ютуб? Обязательно. Саша засмеялась. Нет, я можно. Конечно. Засмеялась. Нет. Да. А я долго сидела. Так, теперь я. Давай. Как так? Вам барышня мадам прикатила чемодан. В чемодане 100 рублей и коробочка соплей. Вам велели не смеяться, губки бантиком держать. Черный, белый не носить, да, и нет, не говорить. Вы когда-то ходили на бал? Не знаю.
У вас какие штаны? У меня разноцветные. Лиса Патрикеевна. Какая? Какие у вас сережки? Не знаю. Какие у вас у мамы штаны? Джинсы. Какая у мамы кофта? Синяя. Какие у мамы голубая. Волосы? Черные. Черным цветом. Нет. Продула. Ничья. Нет, я выиграла. Я долго делала. А первый раз ты проиграла. Да, засмеялась. А Поля назвала черной, поэтому победила дружба. Жмем ручки. Подписываемся на наш канал «Веселая семейка». Ведь с нами что? Всегда интересно. Пока.